Now there's a very big trend in most Europe to grow greenhouse tomato grafted. You know, how do you say grafting? So this rootstock specifically. В Европе сейчас очень сильно развивается направление томаты на прививке, то есть это отдельно берется корневая система, отдельно верхушка прививается и развивается. Так называемые прививаемые томаты. This is only for people who want to do long crops, from 15 clusters. Это в основном предназначено для людей, которые выращивают эту культуру в длинном обороте, это для высокоростных томатов более 15 кистей и дальше. You have to grow in a different way. Technology is different, but you avoid all sorts of soil diseases, and you have much more vigor in the plant. Значит, эти томаты позволяют высокий урожай за счет того, что в принципе они устойчивы к любым почвенным, скажем так, негараздам, холодная, низкая почва, бедная почва. Бедная почва, и за счет того, что растение очень мощное, мощная корневая система, устойчивость к любым заболеваниям и высокий урожай. This only if you do a long crop is interesting for short crops. Да, но это еще раз рекомендация для тех культур, которые выращивают культуру длинного периода больше 15 кистей. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.